Приветствую все зрители канала. Сегодня у нас третья игрушка данного плейлиста. Игры из детства. Игрушка «Адские гонки». Весьма такая спорная, но есть некоторые моменты, в том числе то, что это гонка на выживание, благодаря которым игра попадает в данный плейлист на мой канал. Немножечко прошел для того, чтобы набрать очков, благодаря которым, в свою очередь, открываются новые транспортные средства. По игре, точнее, по интересным моментам, в игре есть бонусные видео, точнее, рок-групп, которые звуковое сопровождение подогнали этой игрушке, и настройки управления, которые нельзя поменять, но можно повеселиться прям. Атака влево, атака вправо, ускорение это просто газ на Enter. Тормоз назад, правый Shift, ручной тормоз Control. Ну, в принципе, легко сориентироваться, конечно, но достаточно сложно использовать данный контроллер под управление транспортными средствами в данной игрушке, именно как привычка. Ну да ладно. Так, руководство хрен с ним. Сразу переходим в игру. Ну, я думаю, что пока что на легком режиме можно будет показать ее. Так, гонка на время. Ну, пусть будет тоже гонка на время. Состязание, битва, бойня, зомби. Смертельная гонка. Ну, да. Смертельная гонка – это тот же самый дерби, поэтому я думаю, начнем с гонки. По транспортным средствам. Оружие есть, точнее, оружие здесь только боковое влево-вправо. Это вам пока что закрыто. По крайней мере, пока я игру проходил, было так. Так, три круга, количество противников трое, 4000, окей. Сейчас будем пробовать. Поворот здесь прям крайне хреновый. Есть у нас турбо ускорение, которого у меня пока что нет, шкала не заполнилась. Так. А чё? Почему не срабатывает ускорение? Ну, в принципе, достаточно легко вырваться на первую позицию. Поворот крайне затяжной. Там немножко еще на экранчике мешается. А в отличие от того же Жукодрома, Мархухана, здесь машина не так хорошо. А вот и у нас и турбоускорение. Ебать, ебать. Не так хорошо реагирует на клавишу поворота. Давай. Но, как вы понимаете, данные транспортные средства не подходят для гонок на выживание. Здесь на арене имеется в виду. Сама игрушка достаточно легкая. Второй круг. Эта фигня, по-моему, молнии бьет, да. Гнать вперед. Бля. Смысла нету. Ну, в принципе, они вон сами останавливаются. Тут игрушка подстроена чисто под то, чтобы мы, имеется в виду игроки, участвовали в процессе уничтожения друг, сука, друга. Так, мне его прямую, конечно. Потому что хочется сделать вот так. Управление крайне спорное. То есть вроде бы машина не поворачивает так, как надо. Примерно, не знаю, там доли секунды у нас между нажатием клавиши и поворотом транспортного средства в плане реакции на нажатие клавиши. С одной стороны, но с другой стороны при этом у машины хороший зацеп.
Нахрен вас всех. Нахрен меня. Так. Третий круг у нас. Надо же. Размансили, красавчики. Так, везло тебе, сука. Я так понимаю, что данная молния реагирует на того, кто на первом месте. Или нет? Да блять. Может, ты там начнешь уже выбираться? Мне больше нравится грузовичок. По крайней мере, нравился при прохождении в школьные времена. Так, не то. Не то. Господи, какая херня. Будем срезать. Не будем срезать. Или будем. В ту сторону едем. Да, бля. Да, бля. О, ёбаный. Где мы вообще? Почему я еду последним? Короче, как в Need for Speed Hot Pursuit, лучше не срезать. Потому что перебросило меня вообще куда-то вниз на пол карты. Биомеханики. Переиграть гонку? Нет. Так что просто посмотрим. Хрен-то с ним. Так, состязание. 9000 это уже... что там открылось? Нет, но что... Что там побитые? Так, вот здесь сколько надо? Какая-то мортира на колесах. Как таковых характеристик нету. Классика. Это мне как-то не зашло. Потому что я со мной ездила сейчас. Ну, тоже как-то не то. Но игра специфичная. Чисто поразвлекаться в нее можно. Но похоже на... Как же называлась эта игрушка? Армагеддон его. Так, здесь у нас битва показывается. Блин, а вот здесь хрен его знает. Есть ли смысл... А, нет, есть все-таки. Сука, преследует? Нет, не преследует. Да, можно просто катиться и раскидывать свои бочки. Что там с ними будет, это уже не наше дело. Да хорош, блядь. Данные конкретно транспортное средство, я думаю, лучше использовать все-таки, если вы играете в одиночку, игра также на двоих предусмотрена как вариант. Блин, надо кого-нибудь подсадить за собой. Чтобы это сработало, а так лучше этот грузовик использовать в гонке. Да скидывай ты, блядь. Вот он присел, сука. И отстал. Так, сближаемся. Вот я его на карте вижу, а перед собой ни хрена. Вижу. Бля, да кидает ему под колеса. За хуйня. Так, я думаю, нам лучше переиграть этот момент, но я...
Возьму что-нибудь другое. Легко. У нас ну это было. Блин, ну это тоже чисто, если у грузовика оно скидывало назад, то здесь, по-моему, чисто вперед будет. Чё, и куда он выстрелил? Ебать, флотаут. Шо это за херня, сейчас вылезла оттуда. Это, блядь, лазерный луч? Охренеть. Блин, но к сожалению противников всего трое. Было бы человек 8, было бы, я думаю, пофигеннее. Стой. Ой, блин. Да, блин. За фигня за рельефом местности идет и наше оружие. Это что за хрень? Это типа трупешник или что? Почему он черный? А, или это количество жизней? Сука. Все, поняли, все встало на свои места. Отдохни. Еще один труп остались. Сука, он тоже умеет стрелять, но он влево-вправо. Заезжай. Противники немножечко тупенькие. Да сука, не хочет сдаваться по-хорошему. Но он более живучий, чем я в данном случае. Короче, блять. Главное, не со... Бля, у него самонаводка. Не вставать перед ним, я хотел сказать, главное, ну ладно. Карты как таковой нет, здесь чисто радар. На флагах у нас знаки рок-групп, предоставляющих музыкальный континент в данную игрушку. Так, переиграть? Ну, я думаю, переиграем на другом транспортном средстве. Так, битва. Что они там гитарами пиздятся? Так, на чем ездил предыдущий гонщик? Есть у нас арбалет. Это хочу попробовать. Ебать. Ага, что влево, что вправо, не важно. Одинаково в обе стороны работает. О, блядь. Сука. Мы здесь не выживем. В общем-то здесь транспорт такой, подбирать его нужно под определенные соревнования. А, я его уничтожил все-таки. Хорошо, хорошо. Бля, вот этот трактор, конечно. В общем, там есть еще какие-то анимации, открытие рта у этих черепушек на колесах, когда эта штука высовывается. Так, по супер ускорению у меня ничего нет. И пошел ты нахрен. Бля. Без вариантов. Ай, блядь, не ту нажал. Кстати, как мне уйти? Так, битва и. Блин, а вот у с какими-то там наводящими ракетками, что было-то? Ты вот что использует?
уровень очень странного. Ага. Или они не наводящиеся? Или наводящиеся все-таки? Да хорош, блять, я даже не съехал. К сожалению, карту выбрать особо нельзя. Да на этой машинке надо ездить, но только в гонках. Так, сначала аккуратно спускаемся и вот здесь вот ловим его. Ни хрена, да? Ух. Да, бля. Очень маленькая дистанция для наводки. Как же меня опять отхреначили. Так, ладненько. Не будем зацикливаться, пошлите дальше. Так, состязание. Блин, ну... В чем разница между чуваком с молотом? Просто попробуем. Выберите кубок. Бронза, серебро и золото. Начнем с бронзы. По всей видимости, гоночки. Ебать там гитара. Ну, хотя бы нас в живых оставили. Мне сейчас интересно, если мунию подобрать. Ну понятно, в чем разница между молотом и гитарой. Это подлиннее будет. Да, мауния бьет по первому. Все, знаем, умеем. Ах ты сука. Куда Рейден сзади у меня, блядь, сидит. Ах ты, бля. Так, влево она машет, а вправо бьет. Круто. Можно ехать и просто мауни собирать. А кто там первый, там уже... Так, у этой двери открываются. Да сука. Блин, ну не знаю, в гонке, мне кажется, либо грузовик, либо то транспортное средство, которое я изначально назвал мортирой. Лучше было бы использовать. По ускорению у меня ничего нет. Блять, сейчас если кто-нибудь их собьет, я получу. Так. Ага. Вижу, как ускорение набирать. Живем. Жив. Орел. Красавчик. Так, ускорение, ускорение. Бля, проехал ускорение. Ладно, хрен с ним. По окружению все скучно вроде бы. Так как я любитель все-таки каких-то красивых. Даже не то, чтобы красивых, а какой-то заполненности окружения, даже если оно не играет никакой роли, кроме как визуально. С одной стороны. Но с другой стороны, здесь особо и не смотришь по сторонам. Особенно в момент, сука, обучения. Да, блять, вот что-то... Вот так вот, на третьем кругу, то, что я говорил еще в Марахухне. Ну, надеюсь, получится. Ну, местные валькирии победили, продолжить. Проходить вряд ли мы будем тогда. Все, оценили, глянули, пошлите дальше смотреть.
Так, на время нахрен. Бонни зомби, ну. Пожалуй. Здесь мы просто валим зомби. Ни больше, ни меньше. Что, я на первом месте, что ли? Какого хер меня от молнии бьют? Ну, в 2021 году в такие игры, конечно, играть такое себе. Чисто как разнообразие, может быть, кто-то в свое время играл в эту игрушку и потерял ее как напоминание. Блин, жалко, нету каких-то, во-первых, разнообразия оружия, как в ПАМ. Во-вторых, стационарного вооружения. И вот там ковши какие-нибудь, которые работают, или там пилы на постоянной основе. Нахрен пошел. Так, здесь у нас на время, и остаются, что-то я смотрю, только эти ублюдки. Мать ебать. Да блядь. Я хотел, чтобы он двоих сразу снял. А чё? Почему? Там же никого нет. Поехали по кругу. Блин, ну 25. Там еще, блядь, какие-то звуки в этих зомбарей. Вот я не хочу вот этих вот выносить, и они мне ничего не дают, кстати. А других я что-то не наблюдаю. Ах ты, сука. А, ну в любом случае у меня больше. Так. Ну, начинал я демонстрацию с почти 4000 очков. Сейчас у меня 12000 очков. То есть, в принципе, это достигается очень быстро. Так, боковой таран с помощью выдвижных дверей. Боковая пила, моноводка, стрельба из арбалета. Это зажимает вот этими клещами. Блин, ну бля, давай вот этот. Количество противников. Ну, веселья мало от такого количества противников. Так, давай. Ага, все, вижу. Здесь у нас стандартная гонка, просто у нас есть здесь... Че они не едут-то? Ебать. Подорвал сам себя вот этот красавчик. Обычная гонка, просто у нас есть здоровье. Сколько осталось возможности погибнуть. Так, а можно же вот так. И что это за херня? Кис-кис-кис. Блядь. А, блядь. Давайте, 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 ребятки. Что-то какие-то они прям... Сука, опять я сам себя подорвал. Непонятный прикол с бомбами. Я вроде бы кидаю их в разные стороны, а летят они в одну. Так, давайте-ка его вперед. Они едут, кайфуют. Опять я не угадал с транспортом.
Понятно, понятно. Все, прерываем. Ой, бля. Так, смертельная гонка. Но. Один противник, хер там с ней делать-то. Это сука, а. Вот этот нам здорово помешает. Что делаешь? Сука. А что, он труп? Ну? На заслуженный отдых пошел, пацан. Ты тормози, блядь. Да, блядь, херы ты не тормозишь-то. Почему эта херня активируется не тогда, когда мне нужно? Почему она в гонках не активируется, в обычных? Так вот, мне интересно узнать, насколько эта штука далеко работает. Блядь, скатываемся. Ах ты, падла. У тебя ускорение не работает. Так, блин, опять я не туда. Я хотел поменять сложность и еще раз проехать на выживание. Экстрим, смертельная гонка и вот это вот транспортное средство. Хрен это делать вдвоем, непонятно, если нам предлагают один на один сыграть. Или что тут у нас? Ну-ка. Типа жизни меньше, что ли? Нет, тормози, тормози, блядь, не приближайся к ним. Кстати, тормоз офигенный. Блядь. Очково, конечно, к ним приблизиться. А можно, можно, да, по стене проехать, чтобы не ускориться? Ни хера. То есть вся сложность здесь заключается в том, что они уезжают от нас теперь. А нам нужно догнать, подставиться удачно, чтобы они нас не разбомбили. Остановиться на стене, это, конечно, прям верх мастерства. А стой, блядь, я тебе кое-что покажу быстренько. Да, ну сложно, конечно. А, вон оно что. Да нет, я думаю, на этом моменте уже закончим. Просто потому, что в игре особо не проведешь времени. Там такая чисто зашел, поиграл часок раз в 5 лет и забыл про нее. Поэтому, ребят, данная игрушка пополняет мою коллекцию. Ну а мы с вами попрощаемся на этом.